Днем 27 августа на улице Карла Либкнехта в Туле произошел серьезный пожар. Загорелись два жилых частных дома. На месте происшествия работали не менее 5 пожарных расчетов. Помимо домов, огонь серьезно повредил пристройку и уничтожил автомобиль, предположительно пассажирскую «Газель». Известно о двух пострадавших в результате пожара. Это взрослые женщины, у одной по предварительной оценке ожоги примерно 50% тела, у второй обожжена рука. По словам очевидца, пострадавшие, у которой тяжелые ожоги, пожарные вынесли из горящего дома и уже на улице сбивали с нее пламя. Во дворе вот работала, смотрю, чувствую, дым пахнет. Говорит, какая-то, как резина, что ли. Вот. А потом вверх вот так, смотрю, дым уже выбивается. А оказалось, вот пожар загорелся. Мы даже не поняли, кто горел. А потом выяснилось, что вот эта вот Лена здесь живет, она бьет неоднократно уже и звонили, ну, как писали на нее, и ПДН, потому что у меня девочка несовершеннолетняя, она учится с моей внучкой, вот в 9 класс перешла. Ни мер не принимал, ни участковый, ни ПДН. Классная руководительница приходила. И вот из-за этого, да, она опять пьяная. Ее сейчас вытащили оттуда, она пьяная. Просто пьяная. Два дома из-за нее этот сильно очень пострадали. Ну, еще, говорит, зацепили все. С ожогами только ее я видела, как вытащили. Больше никого. Сильно она обожглась? Да, у нее вся спина, ей даже пламя сшибали. Она без сознания, по-моему, лежала. Сергей Стариков, Телетула.